Давайте сразу начнем, без вступления. Добрый день, Павел Заробин, телеканал «Россия». У меня сразу вопрос про БРИКС. Западные СМИ очень много пишут о том, что БРИКС якобы переживают сложности. Мол, Бразилия в связи со сменой руководства, после смены руководства размышляет, нужен ей БРИКС или не нужен ей БРИКС. Известное трение между Индией и Китаем. Видим, что все больше активность в отношении Индии, что называется, проявляют США. Вы неоднократно говорили, что считаете БРИКС важным и жизнеспособным объединением. Вот вы как считаете, эти проблемы, если они есть, насколько они серьезны, может ли БРИКС их преодолеть, и каковы вообще перспективы развития БРИКС? Спасибо. Некоторые наши партнеры всегда стараются найти проблемы, чем бы мы ни занимались и чего бы мы ни делали. У нас есть хорошая у русских людей пословица, когда в чужом глазу соринку видят, а в своем собственном бревна не замечают. Но проблемы есть всегда, везде и между всеми странами. А что между странами, представители которых так излагают ситуацию вокруг БРИКС, нет проблем с их ближайшими и стратегическими партнерами и союзниками? Да там полно этих проблем. Если бы проблем не было, давно ратифицировали бы, уже подписали, ратифицировали бы и трансатлантическое торговое соглашение, и решили бы много других проблем. Но они, к сожалению, не решаются, потому что есть проблемы. И здесь ничего особенного нет. Это общемировая практика. У каждой страны, тем более у больших стран, есть свои интересы. Они далеко не всегда совпадают даже с самыми ближайшими союзниками. Но что лежит в основе интересов стран БРИКС друг к другу? Лежит схожесть их экономик и задач, перед решением которых они стоят. Это настолько очевидно, что достаточно, не надо быть специалистом, нужно только посмотреть на структуру экономики, на развитие, на темпы, на задачи. И вы знаете, именно это и вот эта объективная заинтересованность в поддержании контактов и развитии кооперации друг с другом по разным направлениям, есть то самое главное, что лежит в основе нашего объединения и что вселяет в меня определенный оптимизм. Более того, вот эта встреча меня, честно говоря, порадовала, потому что впервые я увидел у всех участников этого процесса реальную заинтересованность в развитии отношений. И появляются реальные направления взаимодействия. Ну, кроме уже созданных таких структур, известных всем нам уже как банк БРИКС и как пул условных резервных валют, всего 200 миллиардов долларов, немалая цифра, но он будет еще и наращиваться, создаются и другие направления, ну, в частности, промышленная кооперация. Мы говорим о создании единых норм регулирования, технических стандартов. Это, знаете, основополагающие вещи, которые лежат в основе гармонизации экономического развития и экономических политик. Вот мы вчера с коллегой из Бразилии вечером так подробно углубились в то, как сейчас выглядит ситуация в наших экономиках. Очень много схожего, Мы стоим перед общими глобальными вызовами, и объединяя усилия, нам легче будет их преодолевать. В общем, я отношусь к этому объединению весьма позитивно и думаю, что, безусловно, БРИКС имеет все шансы на развитие. Добрый день, Александр Колесниченко, газета «Аргументы и факты». Вице-президент США Джозеф Байден вчера пообещал послать вам сигнал, ответить за хакерские атаки, в организации которых в США обвиняют официальную Россию. Ну, мы умеем друг другу послать, поэтому... Ну, по сути, прозвучало на официально на столь высоком уровне угроза, причем угроза, насколько понимаю, вам лично. Предполагаете ли вы, что это будут такие же хакерские атаки в отношении России, или атаки могут быть и в каких-то других сферах, областях? Спасибо. Ну, от наших американских друзей можно ждать все, что угодно. Но что он такого нового-то сказал? А мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают? Значит, хорошо, всем известно, давно уже это не секрет никакой. Свидетельств этому достаточно. На это тратятся миллиарды долларов. АНБ работает, ЦРУ работает, другие службы. Есть и свидетельства, есть и признание полное. Причем следят не только за своими потенциальными противниками, во всяком случае, тех,
за теми, кого они считают таковыми, но и за своими союзниками, в том числе самыми близкими. Сколько нам скандалов известно о прослушках первых лиц государств, союзников Соединенных Штатов. Так что чего здесь нового? Но ничего. Единственная новизна в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, первое, то, что они этим занимаются, и второе, ну, в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения, это очевидно, но, видимо, нервничают немножко. Вопрос, почему? И я думаю, что и этому есть объяснение. Знаете, в условиях предвыборной кампании любая действующая власть смотрит, как выстроить эту тактику предвыборной кампании. И у любой власти, особенно той, которая идет на выборы, всегда существуют проблемы нерешенных вопросов. Им ведь нужно, показать, почему, объяснить своему населению, избирателю, почему не сделано то или это. И в Штатах таких проблем очень много, их хватает. Это же хоть и ведущая экономика мира, это великая держава, без всяких сомнений. Но нерешенных проблем много. Ну, например, огромный государственный долг. Это мина замедленного действия и для экономики самих Соединенных Штатов, и для мировой финансовой системы. Никто не знает, что с этим делать. Что, девальвировать в будущем? Или что-то еще? А что? Ответа нет. Но это просто для примера. Примеров можно привести много в сфере, скажем, внешней политики. Ну, допустим, буксует точно совершенно процесс примирения на Ближнем Востоке. В широком смысле. И между Израилем и Палестиной, к сожалению, до сих пор. Более того, явно напряглись отношения с традиционными союзниками в регионе у Соединенных Штатов. Мы сейчас не будем туда забираться и ковыряться в этом деле. Это их проблема. Я просто говорю о том, что проблем много. И в этих условиях очень многие прибегают к наработанной системе отвлечения внимания избирателя от своих собственных проблем. Вот в данном случае, на мой взгляд, мы это и наблюдаем. Как это сделать? Создать, например, образ врага и объединить нацию в борьбе с этим врагом. Ну, вот образ врага в виде Ирана, иранской ядерной угрозы, он как бы не очень был большим и эффективным. В случае с Россией это поинтереснее. Но вот, на мой взгляд, эта карта сейчас активно и разыгрывается. Ну, я уже говорил вот недавно на форуме ВТБ, плохо, что вот, исходя из внутриполитических текущих проблем, в жертву приносятся на российско-американские отношения, потому что это разрушает международные отношения в целом. Кстати говоря, я не полностью ответил на ваш вопрос, он связан в этой части со вторым, по поводу того, кто и как с кем развивает отношения от Индии, допустим, с Соединенными Штатами. И слава Богу, Соединенные Штаты – великая держава, Индия – великая держава. У любой великой державы есть интересы, и они добиваются реализации этих интересов в многостороннем формате. По-другому невозможно представить себе современный мир. И чем интенсивнее, чем глобальнее будут эти процессы, тем мир будет более устойчивым. Но надеюсь, что когда пройдут эти дебаты, это сложный процесс, период внутриполитической жизни в самих Штатах, надеюсь, что будут шансы восстановить отношения между Россией и США. Ну, я же сказал вначале, всего можно ожидать, поскольку следят глобально за всеми, то информация какой-то обладают, но это дает возможность компиляции. Можно ведь полуправду подавать, можно на четверть правды, можно немножко правды разбавить, а дальше использовать эту информацию для введения в заблуждение общественного мнения в той или другой стране. Россия не исключение, мы всегда являемся целью этих атак, мы и так это знаем. Добрый день, Александр Юношев, Лайф. Владимир Владимирович, а вы знаете, что стали героем новой серии мультфильма про Симпсонов? Там вы агитируете голосовать за Трампа. А в жизни как? Вот это вам много уже задавали раз этот вопрос. Все-таки кто предпочтительней, Клинтон или Трамп? И еще недавно вице-президент США заявил, что мы не сможем повлиять на выборы в Штатах. А признайте честно, мы стараемся влиять? И вообще, оно нам надо? А как он сказал, поточнее? Мы не можем кардинально...
кардинальным образом повлиять. Надо бы, у корреспондента должен был его спросить. Кардинально не могут, они кардинально. Он как бы признает, что мы можем повлиять. Но я хочу всех успокоить, в том числе наших американских партнеров и друзей. Мы не собираемся влиять на ход избирательной кампании в США. И ответ очень простой. Мы не знаем, что будет после выборов президента в США. Вот госпожа Клинтон избрала такую агрессивную риторику и агрессивную позицию в отношении нашей страны, в отношении России. А господин Трамп, он напротив, он призывает к сотрудничеству, во всяком случае, в деле борьбы с терроризмом. Ну, конечно, мы приветствуем всех тех, кто хочет с нами работать вместе. И считаем ошибочным положение о том, что нам нужно ссориться постоянно с кем-то и таким образом создавать угрозы для себя самих и для всего мира. И нести еще, не добиваться нужных, во всяком случае, результатов в борьбе с терроризмом. Вот, но как это будет после выборов? Мы точно ведь с вами не знаем. Мы не знаем, будет реализовывать свои намерения кандидат в президенты Трамп. Как далеко он пойдет в направлении сотрудничества с нами. Будет реализовывать свои угрозы и будет реализована риторика жесткая в отношении России со стороны госпожи Клинтон, если она станет президентом. Может, она тоже скорректирует свою позицию. Это все нам пока неведомо. Но, повторю еще раз, приносить в жертву российско-американские отношения в ходе внутриполитических событий США, считаю вредным, контрпродуктивным, это происходит не первый раз. Вот практически, вы обратите внимание, проанализируйте все предыдущие избирательные кампании. Ну, все повторяется и повторяется. Ну, я уже говорил, а потом еще нам на ухо шепчут, вы подождите, сейчас пройдет и все нормализуется. Но, знаете, это же не смешно уже даже. Но если кто-то хочет конфронтации, ну, это не наш выбор, но... Значит, проблемы будут какие-то. Нам бы этого не хотелось. Нам бы хотелось, наоборот, искать точки соприкосновения и вместе решать проблемы глобального характера, перед которыми стоят и Россия, и Соединенные Штаты, да и весь мир. Добрый день, Татьяна Меликян, Лента.ру. В пятницу состоялся саммит УДКБ в Ереване, и Александр Лукашенко заявил, что организации необходимо сформулировать такие новые приоритеты, чтобы ее, если не боялись, то уважали. Вот не могли бы вы уточнить, о чем именно шла речь, о каких новых приоритетах? Сформулировать новые приоритеты, чтобы организацию уважали и начали замечать. Ну, во всяком случае, так Лукашенко сказал. Вот считаете ли вы сами, что УДКБ не замечают другие военные организации? И к разговору о приоритетах, является ли ситуация в Нагорном Карабахе приоритетом для ОДКБ? Вот я начну с того, чем мы закончили. Мы говорили, конечно, и про Карабах, мы говорили про определенные напряжения, возникающие между другими странами бывшего Советского Союза. И вот я что думаю по этому поводу. Я и коллегам об этом сказал. Ведь понимаете, ну скажем, в той же организации НАТО тоже ведь возникают проблемы между странами-членами организации. Ну, допустим, между Турцией и Грецией по проблеме Кипра. Ну, чего же здесь неизвестно? Очень хорошо известно годами, если не десятилетиями длятся уже такие проблемы. Ну что, НАТО разве воюет то с одной, то с другой страной? А для нас даже не важно, входит та или иная страна, бывшая Республика СССР, в ОДКБ или не входит. Для нас важно, что мы имеем с ними, со всеми этими странами, особые исторически сложившиеся отношения. И они гораздо ближе, эти отношения, и глубже, чем просто отношения между странами НАТО. Мы не можем этого не учитывать. Вот ОДКБ создавалось для купирования угроз внешнего характера. Ну, конечно, мы как-то должны реагировать на то, что происходит и рядом с нами, но должны стремиться к тому, чтобы все проблемы, которые достались нам из прошлого, решались бы мирным путем и на основе компромиссов, именно компромиссов, на которые готова пойти и одна, и другая страна. В этом контексте мы обсуждали и
карабахскую проблему и другие. Ну, в принципе, вот то, что я вам сейчас сказал, не сильно отличается от позиции Александра Григорьевича Лукашенко, но для того, чтобы уточнить то, что он думал и то, что он считает нужным сделать, лучше его спросить самого. Он достаточно яркий оратор, он вам все объяснит. Мне можно, да? А можно по внутренней экономике задать вопрос? По поводу приватизации. Вот у нас прошла продажа Башнефти Роснефти, теперь мы продаем Роснефть, потенциальные кандидаты пока неизвестны, но Роснефть уже сама сказала, что хочет выкупить собственные акции. Вот с точки зрения корпоративной практики это нормально, но с точки зрения приватизации у нас, если так произойдет, получится не совсем настоящая приватизация. Вы согласны с этим? Да, согласен. Я сейчас поясню. Вы правы абсолютно. Мы к этому и не стремимся. Да. Вопрос не в том, чтобы обеспечить байбек вот для выкуп собственных акций компании «Роснефть» и на этом успокоиться, и заснуть благополучно, ни о чем не думая. Нет. Если это и будет сделано, это только как промежуточный шаг для того, чтобы сделать следующие по истинной приватизации, в том числе с привлечением стратегических инвесторов, может быть, иностранных, и под контролем государства. Потому что сама Роснефть находится под контролем государства, и представители государства в Совете директоров могут легко все это контролировать. Если Роснефти удастся осуществить продажу своих собственных акций вместе с правительством Российской Федерации, если мы это все сделаем, то это будет естественный шаг, настоящая большая приватизация крупной российской государственной собственности, не теряя контрольного пакета. Но если рынок будет низким, и если нам не удастся договориться, то мы не исключаем вот этого шага, но как предварительного для дальнейшей работы по приватизации. Поэтому я хочу вас успокоить, вас и экспертов, которые внимательно следят за этим. Значит, мы не собираемся создавать, как я уже много раз говорил, государственный капитализм. Мы будем идти по пути реальной приватизации. Но не на падающем рынке, а если на падающем, с теми, кто понимает, что рынок падающий, он подрастет и готов выступить, значит, инвестором с определенной премией. Или сделаем небольшой лаг по времени, но в этом году бюджет все равно так или иначе должен получить деньги. Вот в чем все дело. И я думаю, что это такой достаточно осторожный, если не сказать филигранный план, который правительство одобрило. Агентство ТАСС, Денис Ичеткин. Владимир Владимирович, разрешите вопрос про отмену вашего визита во Францию. Президент Франции Олланд говорил, что хотел обсудить с вами ситуацию в Сирии, но вы отказались. Почему так произошло? Спасибо. Это не точно, видимо, поняли президента Франции. Основной повод и основная причина моей предполагавшейся поездки во Францию было открытие нашего религиозно-культурного центра и посещение выставки художественной российских художников. Вот, собственно говоря, цель визита была именно в этом. Совместное участие в этих международно-гуманитарных мероприятиях. Но в силу известных обстоятельств вокруг сирийской проблемы, значит, французская сторона решила, что вот эта часть, она сейчас нецелесообразна, как совместное мероприятие. Ну, а по-второму мы практически даже не договаривались. У нас, кроме Сирии, там и другие проблемы есть. Можно было бы по другим проблемам поговорить. Но, кроме всего прочего, Франция так вот глубоко и не вовлечена в сирийское урегулирование. Ну, вот, мы помним, был момент, когда авианосец Шарль де Голль подошел к берегам Сирии, и вроде мы договорились о совместной работе. Но он через пару дней развернулся и ушел в сторону Суэцкого канала. И чего, о чем говорить-то? Ну, конечно, мы всегда готовы говорить со всеми. Более того, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран было вовлечено в этот процесс. Тем более такая крупная, великая держава, как Франция, с ее возможностями. Но, повторяю, это не было главной причиной поездки в Париж. А если главное отпало, то встречаться по вопросам, которые были как бы тоже в повестке дня, но не числились как основные, ну, просто бессмысленно. Повторяю еще раз, там Франция у нас работает в группе друзей Сирии, но вот так, чтобы уж совсем глубоко быть вовлеченной в сирийскую проблематику, такого нет. Владимир Владимирович, Российская газета, Кира Латухина. Как раз вот в интервью французам вы говорили о том, что американцы не прислушались к нашей информации по поводу братьев Царнаевых. А вообще есть какое-то взаимодействие между нами, диалог?
Диалог всегда есть, а по поводу этой информации, ну да, я уже не помню, когда это было, это вы, наверное, сами лучше меня вспомните. Это было до трагических событий в Бостоне во время марафона. За несколько месяцев мы проинформировали американских партнеров. По моей команде это ФСБ сделало, направило им официальное письменное уведомление о том, что у нас в разработке находятся такие-то люди, они представляют опасность, и мы предлагаем совместно по ним поработать. Ответа не было. Прошло еще какое-то время. Бортников пришел ко мне, говорит, не отвечают. Я говорю, пиши еще. Он еще раз написал. Да-да-да, это прямая речь. Он еще раз написал. По-моему, со второго или с третьего раза получили ответ. Они граждане Соединенных Штатов, не лезьте, мы сами разберемся. Все. Я сказал, ну ладно, если так, так, так. Через месяц или пару месяцев произошел теракт в Бостоне во время марафона. Вот это лишнее свидетельство того, кстати говоря, что те, кто выступают за сотрудничество, особенно в сфере борьбы с терроризмом, конечно, их позиция является правильной. Мы всегда именно придерживаемся именно такой точки зрения. Но есть и примеры положительного сотрудничества. Например, в ходе подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи американская сторона, американские спецслужбы установили с нами реально деловые партнерские отношения и помогали в обеспечении безопасности. Мы за это им благодарны. РИА Новости, Мария Сидибе. Владимир Владимирович, мы знаем, что вы вчера также общались с партнерами из Индии и Китая. Не могли бы вы рассказать об основных итогах, может быть, каким-то темам особенное внимание уделили? И мы знаем про то, что было подписано с Индией важное соглашение по поставкам С-400 «Триумф». О каких там объемах идет речь, когда могут начаться поставки, и, может быть, какие-то еще аспекты взаимодействия по ВТС обсуждали? Да, Индия является одним из наших приоритетных партнеров, вообще стратегических. Мне не нужно, наверное, вспоминать период, когда у нас был в моде лозунг «Русия, Индия, Абхай-Бхай». Вот на самом деле с тех пор мало что изменилось, если не сказать, что наши отношения стали еще более глубокими. Но военно-техническое сотрудничество не единственная сфера деятельности, которая представляет для нас интерес. У нас, к сожалению, очень мало задействованы наши возможности в сфере гражданской экономики. И здесь очень многое можно сделать. Индия — колоссальный рынок, ну, 1 250 000 000 человек. Причем значительная часть населения Индии живет на достаточно высоком уровне, уже на уровне доходов среднеевропейских доходов. То есть рынок здесь очень большой для наших товаров. Вот мы старались найти дополнительные ниши для вот этого сотрудничества. А здесь многое возможно, прежде всего, в развитии, допустим, нашего сотрудничества в космосе, в авиации, в машиностроении в целом. Ну, что касается военно-технического сотрудничества, да, качество этого направления нашего взаимодействия очень хорошее, может быть, даже лучше, чем со многими другими странами. И оно заключается в том, что мы не только продаем в Индию высокотехнологичное современное вооружение, но и занимаемся совместными разработками. Сейчас бы что-нибудь лишнего не сказать, только я уж не помню, что там считается как бы конфиденциальным пока. Но все равно вот это станет известно, поэтому, думаю, не ошибусь. Но вот С-400 «Триумф», да, это многомиллиардные сделки, миллиардные. Речь идет не о... даже не о сотнях миллионов, а миллиардах долларов. Потом, вы знаете, что мы будем совершенствовать ракетную систему «БРАМОС». Причем будем делать ее наземного, воздушного и морского базирования. Мы договорились о том, что эти системы воздушного и морского базирования будем работать над увеличением дальности этих систем. И будем вместе работать над самолетом 5-го поколения. Ну, он уже в воздухе, в принципе, мы его уже подняли в воздух, но там есть еще над чем работать. Это, ну, известный самолет Т-50. Вот. Но и я тоже уже упоминал,
Еще раз скажу, что качество наших отношений в этой сфере характеризуется тем и отличается тем, что мы помогаем индийским друзьям приобрести дополнительные компетенции. Вы знаете, что мы организовали здесь сборку и производство новейших танков Т-90 и самолетов сухой Су-30. Александра Черепнина, Первый канал. Вот возвращаясь к теме саммита БРИКС, насколько подробно с лидерами стран БРИКС обсуждался сирийский вопрос, учитывая еще то, что накануне поездки в Индию вами было ратифицировано соглашение о размещении нашей авиагруппы в Сирии. И вот вообще лидеры стран БРИКС по сирийскому вопросу, они выступают с общей позиции? Да, в целом выступают все с общей позиции, да и не в целом, с общих позиций. Все считают, что нужно последовательно бороться с терроризмом. Конечно, все при этом полагают, что нет никакого другого способа окончательного решения сирийской проблемы, как политико-дипломатический способ. И в этой связи я проинформировал всех наших коллег и друзей по пятерке о том, как мы видим ситуацию, разворачивающуюся в Сирии вообще и вокруг Алеппо в частности. Егор Садогурьев, «Известия». Владимир Владимирович, планируется поездка в Берлин. Как нам говорил ваш помощник, все зависит от результативности представителей конфликтующих сторон. Как вы настроены? Вы намерены все-таки поехать? И с чем вы туда едете? Вы вынуждены, во много раз спрашивают про решение украинского конфликта, и вы вынуждены одно и то же время говорить, что, грубо говоря, мяч на стороне украинских властей, которые не делают то, что должны. Как, на ваш взгляд, можно вот изменить это? Не вечно же будет продолжаться такая ситуация ни войны, ни мира? Надеюсь, что не вечно. И надеюсь, что решится все эти проблемы решатся как можно быстрее. Теперь по поводу поездки в Берлин. Мы договорились и с президентом Франции, и с канцлером ФРГ, когда разговаривали недавно по телефону, что эта встреча в Берлине будет целесообразна, но только в том случае, если наши помощники, встречающиеся, вот они встречались, по-моему, в субботу-воскресенье в Минске, продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность при встрече на высшем уровне закрепить эти договоренности. Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и встреча в таком формате, в нормандском формате, на высшем уровне пока будет преждевременной. Теперь, что касается выполнения и невыполнения. Вот я знаю, что мой коллега, президент Порошенко, выступил со статьей, по-моему, в Frankfurter Allgemeine Zeitung, где опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности. Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере. Нужно идти как минимум параллельно и добиваясь реализации вопросов безопасности и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом и на длительную перспективу, совершая шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно. Да и как можно окончательно быть уверенным в том, людям, которые живут в этом регионе, в данном случае в Донбассе, что они не будут преследоваться, что их не будут хватать, значит, тащить в тюрьму за сепаратизм, за то, за это, за терроризм. Там можно бочку арестантов на них навалить. Если не будут приняты заблаговременно законы об амнистии в отношении всех граждан, которые там проживают. Но как можно людям быть уверенными в том, что они будут, что их права будут обеспечены и гарантированы, без имплементации вот этого договора, закона, принятого уже Радой, закона об особом статусе и закрепления его в Конституции. А почему нужно, чтобы он был закреплен в Конституции? Если просто его имплементировать, то завтра можно будет отменить как противоречащего Конституции. Это все прекрасно понимают. Поэтому нужно внести эти изменения в Конституцию. Все знают об этом. Об этом 17 часов в Минске говорили всю ночь. Ну просто если этого не будет сделано, то это значит, что действующие власти не готовы к решению проблем на юго-востоке своей собственной страны. Максим Дадонов, главный редактор информационной службы «Звезды». Вадим Владимирович, чуть-чуть к БРИКСу верну. Семейная фотография, костюм синего цвета. Скажите, вам его рекомендовали или это ваш выбор, учитывая, что в Индии есть свои традиции, и синий цвет – это значит сила и борьба со злом? И
Еще один подвопрос. Рядом с вами стоял Темер. Вы сейчас говорили, что общались с президентом Бразилии. Стоит ли доверять WikiLeaks, которые в 2011 году опубликовали информацию о том, что он якобы был завербован как информатор со стороны США? Успокойте. Спасибо. Послушайте, вот мы начали с того, что США всех послушивают и, значит, за всеми подглядывают. Вы все объекты разработок соответствующих служб. И вы зря смеетесь. Я скажу почему. Потому что вы носители определенной информации. Вы же входите в пул президентский. Вы привыкли, знаете, можете что-то услышать, что-то увидеть, с кем-то переговорить. Вы свободно болтаете по телефонам, значит, по открытой связи. И все несете в эфир то, что считаете нужным, и вообще о чем думаете, или только предполагаете. Это представляет интерес. Потому что на каждого из вас можно завести дело, наверняка так и есть. И отслеживают все ваши переговоры. Все это систематизируется, складывается, анализируется. Вот чем занимается АНБ США. Российские работают строго в рамках российского законодательства. Вот. А АНБ, как мы выяснили от бывших сотрудников, нарушает даже американское законодательство. И мы действуем только по решениям судов. А они таким решением не прибегают, как выяснилось. И это существенная разница в практике деятельности российских и американских спецслужб. По поводу того, кого и где завербовали, я знать не знаю. И мне это не интересно. И знаете, есть еще некоторые вещи. Они заключаются в том, что человек на определенном уровне, он руководствуется интересами страны и государства, народа, своей собственной страны. Я не могу себе представить, ну, даже теоретически, что возможен другой подход. Я просто не могу себе даже представить это. Поэтому мы всегда работаем с представителями действующей власти и стремимся к тому, чтобы у нас выстроились очень добрые межгосударственные доверительные отношения. Чего-то не то сказал. И чтобы это пошло на благо отношений между двумя странами. В Бразилии у нас очень добрые отношения, ничего не поменялось. С тех пор, как произошла смена. А синий цвет, Владимир Иванович? А, синий цвет. Ну, мне очень стыдно, потому что я этого не знал. И дело в том, что мы не выбирали. Мне просто принесли мне. Вот этот, как называете? Пиджак, или как называете? Банди. Как? Банди. В принципе, вот банди такой, который был, я его одел и пошел. Цветкова, взять телеканал Russia Today. Владимир Владимирович, как вы относитесь к введению новых санкций из-за Сирии? И еще, сейчас идет активная битва за Мосул, работает артиллерия, обстреливают. Также говорят о том, что заметна и авиация наших союзников, тех самых, которые очень активно критикуют. Вот, напрашиваются определенные параллели. Как вы бы могли оценить подобные двойные стандарты? Спасибо. Ну, вообще, что касается санкций, вы знаете, наше отношение к любым санкциям, это контрпродуктивно, вредно, ничего хорошего в этом нет. И главное, никогда не достигает цели, которые ставят перед собой те, кто эти санкции вводят. Вообще, вот что касается санкций в отношении России, к чему бы не привязываться, там, к событиям на юго-востоке Украины, каким-то другим, допустим, даже к Сирии, уверяю вас, цели тех, кто формулирует эту политику и продвигает ее, не решить конкретную проблему, в данном случае проблему, допустим, Юго-Востока Украины, а просто сформулировать политику сдерживания России. Если бы не было Украины, придумали бы что-нибудь другое. Просто сам факт того, что Россия не становится, я думаю, что уже стала полноценным игроком в международной арене, демонстрирует консолидацию внутриполитическую. Кстати говоря, при желании работать со всеми партнерами, но, видимо, это не очень устраивает, потому что работа на международной арене предполагает какие-то уступки, поиск компромиссов. На компромиссы, видимо, идти неохота, хочется диктовать. Вот такой стиль сложился за последние там, лет 15-20 у наших партнеров из США. Они никак не могут от этого стиля отойти. Ведь диалога, как правило, нет. Вы понимаете? Вот они формулируют позицию. Надо так, так и так. А вся работа дальше строится вокруг чего? Как им добиться того, чтобы все с ними согласились? Кто не с нами, тот против нас. Вот и вся логика. Понимаете? Ну, так же невозможно работать.
И поэтому все чаще и чаще сбои происходят. Ну так вот, так цель этих санкций не в том, чтобы чего-то решить, а в том, чтобы сдержать вот это укрепление России как полноценного участника международной деятельности. Вот в чем цель. Но и эта цель не будет достигнута такими средствами. А теперь, что касается Масула. Ну, конечно, это параллель очевидна. Если нам говорят о том, что вот очень много гуманитарных проблем возникает вокруг Алеппо, мы, конечно, можем показать теперь нашим партнерам на Масула, сказать, имейте в виду, и здесь проживают сотни тысяч людей, это же миллионный город. И применение авиации и артиллерии очень опасно с точки зрения возможных жертв среди мирного населения. Мы надеемся, что на самом деле наши американские, в данном случае французские партнеры будут действовать избирательно и сделают все для того, чтобы минимизировать, а лучше всего исключить жертвы среди мирного населения. И, конечно, мы не намерены по этому поводу раздувать истерию, так как делают наши партнеры на Западе, потому что понимаем, что бороться с терроризмом нужно, и другого пути, кроме активной борьбы, нет. Виталий Воронин, телеканал номер 5, Санкт-Петербург. В продолжение сирийской темы, вот отправка флагманов российского флота, авианосца и ракетного крейсера «Москва» в Средиземное море, означает ли, что грядет некое наступление на твердыни террористов? Сейчас я вам так и расскажу, когда наступление, во сколько, откуда начнется. Тогда в продолжение темы, вот отношения дипломатические с Америкой расстроились из-за сирийского вопроса. Ожидаете что, ли что, вы... Отношения с Америкой расстроились по сирийскому вопросу в последнее время? Ну да, так, вы так думаете? Мне так кажется. Но вы ошибаетесь. Но вы вспомните, что происходило вокруг Югославии. Вот оттуда все и началось. Я еще и президентом-то не был. А что, я что ли развернул самолет над Атлантикой? Это, по-моему, Примаков сделал. Да, Евгений Максимович. Ну так вот, мы разговаривали. Кстати говоря, и Ельцин Борис Николаевич, все был хорош да хорош. Как только занял позицию достаточно жесткую по отношению к Югославии, сразу все начали припоминать, что он и выпить любит, и то, и все, и это, и пошла компрометация. Вот все и началось. Потому что, понимаете, ну, я уже только что сказал, мне нравятся независимые позиции. Вот что, вот в чем проблема. А потом и дальше пошло по Ираку. Кстати говоря, мы не были инициаторами позиции по Ираку. Это же нас на самом деле, я же хорошо это знаю, меня убеждали в необходимости занять такую позицию по Ираку, которую мы в конце концов заняли лидеры Германии и Франции. После того, как Саддама Хусейна повесили, все радовались. И помните, что говорили? Вот, вы были против, а они пришли и победили. Победили ли? Вот в чем вопрос. Ирак, так же как и Ливия, никогда не были центрами терроризма. А после ликвидации там государственных структур, они превратились в рассадник терроризма. Вот сейчас нужно штурмовать Масул, где миллионное население, применяя авиацию, и танки и артиллерию. Вот результат. А в Ливии вообще непонятно, что делать. Государство прекратило свое существование. Рассадник терроризма. Массовый поток беженцев пошел. Ну и что, вы считаете, что из-за Сирии у нас изменились отношения со Штатами? Нет, не из-за Сирии, а из-за попыток одной стороны навязать всему миру свои собственные решения. И мы не против этой страны, но мы против того, чтобы решения принимались в одностороннем порядке и не были бы продуманными до конца, без учета исторических, культурных, религиозных особенностей той или другой страны, даже если в этой стране есть конфликты и противоречия. Ну и что? Так я хотел доспросить, а вот до той поры, пока не сменится администрация, бессмысленно ожидать какого-то улучшения, разрядки? Ну, мне кажется, надеяться всегда нужно на лучшее. У нас контакт продолжается с администрацией. Вот господин Керри только что встречался с господином Лавровым. Мы в целом в контакте с президентом Обамой. Администрация работает, в общем, несмотря на то, что осталось сколько там, полтора месяца до выборов. В ноябре там выборы, да? Все-таки работают они, надо отдать им должное до конца и достаточно напряженно. Поэтому контакты есть, они продолжаются практически по всем направлениям. И если наши партнеры в Штатах намерены с нами работать, мы будем. Если не хотят, не надо. Последний, папа жена, завершающий.
Да. Газета РУ, Рустем Фаляхов. Вадим Владимирович, вот ваша позиция по поводу санкций известна. Абсолютно, кстати, разделяю. Но вот по поводу ответных... Вот можно на этом закончить. Вопрос про другое. Это была вообще точка такая хорошая. Вопрос про немножко другой. По поводу ответных санкций. Вот, ну, понятно, что мы как бы тоже сделали такой шаг, но, вы знаете, я вот просто по роду как бы своей работы, да, общаюсь с представителями... журналистской работы, общаюсь с представителями и крупного бизнеса, и мелкого, и те, кто на экспорт работают, и те, кто в рамках БРИКС работают. Ну, все в один голос говорят, ну вот это ответные санкции России, это усиление санкций Запада в отношении российского же бизнеса. Ну, даже те же китайцы, индусы, они тоже смотрят, они же вот, думают, затевать какой-то инвестиционный проект с российскими компаниями, они оглядываются на санкции, оглядываются на контрсанкции России тоже. Это для них не хорошо. И вот поскольку уже как бы ну, санкции уже какое-то время прошли, там, ну, санкции продолжаются уже несколько лет, можно как-то обобщить эту идею, да, посмотреть. Может быть, все-таки как-то хотя бы сделать выборочные, смягчить как-то санкции ответные России? Фиг им. Сейчас я вам объясню свою позицию. Значит, это я коротко сказал, но правильно. А теперь я постараюсь раскрыть. Ну, во-первых, я с вами не соглашусь с тем, что вот эти наши контрмеры, это не санкции, а контрмеры по защите нашего рынка. Ведь смотрите, что получилось? Это реально вынужденные меры. Нам ввели определенные ограничения, скажем, в области финансов, да? Наши банки не могут перекредитовываться. А при этом наш рынок полностью открыт для партнеров. И в общем и целом с начала 90-х годов сложилась так ситуация, что нашим предприятиям, сельхозпредприятиям, им даже отвоевать часть своего собственного рынка почти невозможно. Да, мы воспользовались этой ситуацией и приняли определенные меры ограничивающего характера. Но смотрите, что происходит даже в условиях сокращения ВВП и падения промышленного производства в прошлом и позапрошлом году. Рост производства сельхозпродукции 3,6%. Причем регулярно, из года в год. Бум-бум. И мы сейчас точно совершенно фиксируем. У нас ну вот, совсем еще недавно мы импортировали 1 400 000 тонн мяса птицы. А теперь мы сами думаем, как ее продать на внешние рынки. Мы практически закрыли внутренние потребности. То же самое, пока не то же самое, но приближаемся к тем же показателям по свинине. У нас, да, существуют проблемы по овощам, тем более по фруктам. Да, но мы понимали, что это произойдет. Произошло определенное повышение цен на внутреннем рынке, но это дало шанс внутренним товаропроизводителям, конечно, при поддержке со стороны государства, она есть, эта поддержка, можно говорить, меньше, больше нужно, но она есть, она существенная. Это дало шанс нашим товаропроизводителям восстановить свои собственные силы и занять необходимые ниши на собственном рынке. Вот мы сейчас нормализуем отношения, допустим, с Турцией. Да? Некоторые ниши открываем. Ну, что мы открыли? Я же вот в Турции был, когда говорил, косточковые и цитрусовые. Но мы не производим ни косточковых, ни цитрусовых. Ну, что же здесь держать? Наоборот, это будет создавать конкуренцию для других импортеров. Теперь по поводу... Да, в промышленности. Вот это импортозамещение, так называемое. Я вам честно и откровенно скажу. У меня была большая тревога. Внутренняя тревога. Поэтому я и с оборонной промышленностью, с гражданской, мы регулярно просто, вот регулярно встречаемся, обсуждаем, что происходит в этих сферах, каковы результаты наших действий. Вот в том числе, скажем, наше решение о том, что крупные компании с госучастием должны обеспечить определенный рынок для малых и средних отечественных предприятий, оно реальный эффект дает, понимаете? Они получили деньги на рынок своих продуктов, причем в значительной степени высокотехнологичной продукции. И эта продукция растет.
Я уже не говорю про импортозамещение в оборонной промышленности. Но недопустимо, когда мы зависим в микроэлектронике от компонентов для не знаю, РВСН или других очень чувствительных систем. Эта зависимость исчезает. Вот мы скажем, ну я уже приводил этот пример. Но это касается не только, скажем, украинских поставщиков. Это касается и поставщиков из других стран, из Европы, из Соединенных Штатов. Вот мы, у нас 100% было, 100%, хочу подчеркнуть, наши вертолеты комплектовались двигателями украинского производства. Все закончилось. Мы построили один завод, сейчас завершаем второй, может быть, уже даже пустили его в строй. Все. Но это будет уже другая продукция. Вот все так называемое импортозамещение, это не просто мы один двигатель так начали, перенесли на производство в Россию. Нет, это просто другой уровень совсем, технологический. И в этом смысле это элемент точно совершенно развития. То же самое, вот там просто сложнее, то же самое мы в ближайшее время закончим работу по двигательным установкам для военно-морского флота. Это имеет синергетический эффект для гражданских производств. Но, кстати говоря, что касается Украины, вот я бы хотел сказать это и благодарен вам за ваш вопрос. Мы видим, что там происходит, к сожалению, деградация. То, о чем мы говорили, происходит деиндустриализация страны. Но мы в любой момент, как только этого захотят наши украинские партнеры, готовы развернуть наши потребности под возможности украинской промышленности. В том числе и в направлении совместной кооперации по переоснащению украинской оборонки и гражданских отраслей. Но только в том случае, если, конечно, повторяю еще раз, будут созданы соответствующие условия, если наши партнеры этого захотят. Ну и, наконец, как на это реагируют на наши встречные по отношению к тем странам, которые ввели в отношении санкции, меры наши партнеры, скажем, по БРИКС. Да я что-то не вижу в них никаких озабоченностей, потому что в отношении товаров этих стран мы никаких ограничений же не вводим и не собираемся вводить. Более того, вот эти ограничения, скажем, которые мы ввели в отношении тех стран, которые ввели санкции против нас, дают нашим партнерам по БРИКС и другим нашим партнерам дополнительные возможности на российском рынке. И они активно пользуются этими возможностями. Так что здесь я никаких не вижу проблем и сложностей. А если будут новые санкции, Россия будет вводить? Знаете, вот я хочу что сказать. Мы ведь сознательно ввели ограничениями на поставку сельхозпродукции. Это такой асимметричный ответ. Они нам там по промышленной продукции, по некоторым видам, двойного, как они считают, назначения, там ограничения по финансированию, а мы в ответ же не можем сделать то же самое. То есть можем, но это будет бессмысленно. А мы сделали в той сфере, где для них проблемы создают. Там миллиардные ущербы считают. Вы же видите, это же не мы считаем, считают западноевропейские эксперты и представители соответствующих отраслей производства. В том числе, кстати говоря, и в промышленности. Поэтому мы делали это там, где нам выгодно было это сделать. И мы ничего не будем делать только для того, чтобы кого-то наказать, наказывать себя. Купить билет, а не поехать. Так мы не будем поступать. Мы пока ничего не планируем. Никаких ответных действий, там, контрмер. Надо посмотреть, как будут наши партнеры себя вести, исходя из этого, уже принимать решения. Все. Я вас всех благодарю за внимание. До свидания.